перстень. Награда, символизирующая вершину карьеры в холдинге Life is Good. Это символ обручения с компанией. Символ того, что человек предан нашему делу. Он прошел все ступени карьерной лестницы и достиг 10 уровня. Этот перстень из золота 750-й пробы и венчает его великолепный бриллиант, который за миллионы лет накопил в себе мощную энергетику. Это символ успеха, богатства и благополучия. Стоимость перстня сравнима со стоимостью роскошного автомобиля. Будучи успешным топ-менеджером в крупной компании, я тогда принял решение уйти в сетевой бизнес и сейчас еще раз убеждаюсь, что тогда я принял правильное решение. Я абсолютно финансово независимый человек. У меня огромная команда, в моей структуре сегодня несколько тысяч партнеров, и мы вместе строим наш бизнес. Состояние и ощущение полного счастья. У меня невероятная карьера, достаток в семье, меня окружают успешные и обеспеченные люди. Я живу насыщенной и интересной жизнью. В холдинге есть все инструменты и созданы все условия, чтобы каждый сотрудник мог стать миллионером. Господа, на сцене первый и единственный директор 10 уровня. Он был первым директором 6, 7, 8 и 9 уровней. Человек, который стоял у истоков Life is Good. Заместитель председателя кооператива Bestway Евгений Чайчу. Евгений, сегодня не случайно этот зал встречает вас стоя, приветствует и аплодирует. Мы искренне от всей души поздравляем вас с этой наивысшей наградой. Всегда почетно и ответственно быть первым, но мы знаем одно и знаем точно, что за вами будут сотни, тысячи, потому что у Life is Good все получится! Евгений Чайчук. Евгений, я еще раз поздравляю тебя с этим удивительным, знаменательным событием. Это тот человек, который буквально у нас здесь на эфире сказал, что он выйдет в 2020 году на конгрессе, на 5-м юбилейном конгрессе директором 10 уровня. Жень, ты это сделал. Расскажи мне свои эмоции, что ты сейчас чувствуешь, потому что ты сейчас был на сцене, где собрались порядка 5000 зрителей, которые приехали сюда, ну и, конечно же, в нашем прямом эфире тоже много смотрят. Свои эмоции, поделись с нами. Николай, на самом деле эмоции, конечно же, переполняют. В 2015 году, когда я стал первым директором компании и сделал товарооборот 25 тысяч единиц, мне на самом деле казалось, что миллион единиц – это очень долго, это там 10, 15, 20 лет работы. Но уже на прошлом конгрессе я поставил очень большую и амбициозную для себя цель. И сегодня, когда я на этой сцене выходил и из рук президента холдинга Романа Викторовича получил этот перстень, это ощущение счастья, это ощущение достижения огромной цели. И это, конечно же, новые горизонты, которые я поставил уже для себя на этот год работы и новые цели, которые хочу реализовать к следующему конгрессу. Вот я и хотел задать вопрос, что же дальше? Что же дальше? Но, наверное, большой успех – это успех не только тебя, но и твоей команды. И я на этот год поставил большую цель – сделать так, чтобы к следующему конгрессу за этот год количество директоров в моей команде равнялось 50 человекам. То есть это вот та цель, которую поставил на 2020 год. Ну что, друзья мои, мы услышали от Евгения Чайчука, что он поставил на 2020 год. Мы желаем ему реализации этого проекта. Еще раз поздравляем. Напомню, первый директор 10 уровня холдинга Life is Good сегодня здесь у нас в открытой студии. Спасибо огромное, Жен. Ну, сегодня еще у нас яркий день, мы снова увидимся. Благодарю. Мы возвращаемся на главную сцену.